Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51Рус. Версия игры, как и обычно, у нас 0.3.0.3.16. Значит, ссылочки на игры, программы для записи видео, партнерская программа VSP. Короче, все, ребята, под видео на канале, все, что нужны, ссылочки, все, что у меня есть. Значит, найдете под видео на канале и в группе. Так, поедем мы сегодня. На полигоне Виторгана 5-1. На Витином. На КамАЗе 50. По-моему. Мод от Сергея Пасечника. Обалденный КамАЗ, задний привод. Давайте заглянем в салончик. Все текстурки, все обалденно. По колесикам. Такие колеса идут, шоссейки. Оффроуд колеса. Поедем на стандартных. Обалденный такой камазовский звук. Сейчас посмотрим, что есть по аддонам. Наверное, сделал немножко потише. Сейчас, подождите. Настройки потише. Продолжить. Так. Трейлер цистерна у нас есть. Аддончик. Сам КамАЗик будет приватом. Ссылочка на автора данного мода будет под видео на канале и в группе и в разделе товаров. Прям можете переходить по ссылочке на Сергея Пасечника. Автором данного мода является Сергей Пасечник. Проходите по ссылке и все вопросы по поводу приобретения данного мода к Сереге. Выглядит вообще обалденно. Анимашка брызговиков присутствует. Так, цистерну мы снимаем. Так. Трал у нас присутствует. Все, давайте трал. Забульбеним поставим. Так, ставим сцепку трактор и трал. Так, сейчас. Поставим. Надо нам еще КамАЗ загнать. Так. Опоры. Все рабочие. Так. И опускаем. Так, создаем еще создать КамАЗ. 55-11, ребята, КамАЗ получается у нас. А я сказал 51-11. Добавляем КамАЗик. Сейчас мы посмотрим, по длине то он интересно войдет. Ну-ка, сейчас мы Вот так мы сейчас сделаем. Сейчас мы попробуем загнать его прям, скажем так, вместе с прицепом. Ой-ой, стой. Обалденный КамАЗ вообще, ребята, просто супер.
желающие приобрести, еще раз повторюсь, ссылочка на автора данного мода, на Сергея Пасечника, будет под видео на канале и в группе. Также в разделе товаров сможете посмотреть, найти данный автомобиль. Ссылочка будет также на Сергея. Сейчас, наверное, слишком длинный, наверное, не влезет он полностью на трал. Но ничего, сейчас проверим. Давай, давай. Задний привод, ребята. Кто хочет поиграть жестко в Спинтайрос, стоит приобрести такой задний приводной КамАЗик. Упс, стоп. Я, наверное, не залезу сейчас на него. С канистры-то с этой. Может, надо удалить канистру? Ну-ка, сейчас, подождите. Трейлер цистерна удалить, КамАЗ продолжить. Так неудобно еще встал, блин, сюда к нему. С бугра прям заезжать. Нет, не попал. Давай, только не падай. Вот я корявый-то. Сейчас. Как говорится, искусство требует жертв. Сейчас, ну, главное ровно его поставить. Прицел сбил. Назад. Нет, я его все-таки загоню сюда. Опять той стороной не попал, походу. Ой. Пошел. Оп, стоп. Интересно, я смогу сейчас прицепить прицеп? Прицепил. Теперь надо его полностью загнать как-то. О, красота, ребята. Сейчас мы лапы поднимем. Лапы. Где тут лапы-то у нас? Три. Вот это, блин, дела. Вот это техника. Это, блин, автопоезд у нас получается сейчас. Обязательно, ребята, надо скрин сделать. То есть водила у нас присутствует. Такой у нас трейлер получается. Все, отлично, ладно, оставляем его тут. Так, парковочные опоры. И отцепить прицеп. Все, пусть стоит, ладно. Вот такая у нас картина получается, вообще обалденно. Протянуть его немножко там. Сделаем обязательно. Мод, ребята, просто все, анимация карданов у нас присутствует, тут брызговичков. Так, с
Снимаем, значит, мы трактор, да, и ставим самосвал. Поедем на самосвале. Сейчас мы его загрузим прямо отсюда. Камни, ребята, свой груз. И поехали. Прокатимся по полигону. По-моему, там еще есть точка загрузки, еще один лесоповал. Конечно же, скрины, ребята, чё думаете, я тут остановился. И поехали. Поедем полностью загруженные сначала по полигону, с самого начала. Прёт, ребята, отлично. Это автомобиль, задний привод. Опять же присутствует вид из салона. Смотрите, он гружен и вообще бодро так идет. КамАЗ вообще обалденный, ребята. Ой, тут же грязь сейчас будет, да? Ну ничего, поедем в грязь, ладно. Я думаю, что по-любому мы на нем проедем. Пишет, но лезет. Все отлично. Адекватное поведение заднеприводного КамАЗика. Давай, давай, дорогой. Опа. Главное его не опрокинуть. А то я могу. У меня всегда получается какой-нибудь косяк. Подвесочка замечательно просто работает, ребята, сами видите. Как бы у Сереги Пасечника вообще все обалденные моды, вот которыми я, на которых я катался, которые Серега предоставлял на обзор, погонять. Моды вообще просто изумительные. Во всех смыслах, хотя, как говорится, недовольных можно найти везде, но к Серегиным модам у меня вообще вопросов никогда не возникало. Все моды просто, начиная там с Язов, Кразов, Мазов, все моды просто супер. Для разнообразия, ребята, я бы, конечно, с удовольствием бы такой мод приобрел на вашем месте. Мод просто на ура. Ничего лишнего. Настоящая савдепия. Савдеповский КамАЗец. Так, разгружаемся. А, тут мне разгружаться не будем. Мы, знаете, что сделаем? Сейчас скинем этот кузов. И поставим другой, у нас еще есть кузов самосвал 2. Вот такой мы его сейчас загрузим. Загрузим мы его сейчас кирпичами. Опять же свой груз, ребята, смотрите, как офигенно смотрится. Просто. И погнали дальше. Колеса даже менять не буду. Поедем все как есть. На настоящих камазовских колесинах. Ой. Поедем в самую кашу. Надо, я думаю, даже включу понижаечку. Для полной уверенности.
Автомобиль у нас не полный привод, только задний, так что я думаю, понижайка для него в самый раз. Салончик какой, смотрите, обалденный. Ой, что-то мы тут поплыли, да? Подстряли, походу, немножко. Ничего, бывает. Давай. Давай, дружище. Ты сможешь. Крути баранку там посильнее. Тут на выходе, конечно, туговато ему вообще. Давай, 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 давай. Давай, парниша. Вылазь. Ладно, воспользуемся лебедкой. Для этого она в игре и существует. Сейчас мы его выдернем. Давай, давай. Полетели дальше. На автомат. Все адекватно ведет себя автомобиль. Задний привод, что вы хотите. Груженный настоящий КАМАЗ. 55-111. По расходу отлично, видите, на автомате 8-7 литров. Стандартно. Топливный бак у него 660 литров. Воздух спускает, так пшинькает хорошо, прикольно. Звучок вообще супер. Опа. Шайку ему воткнем сейчас. Нормально едет, ребята. Не, я думаю, на любой карте можно вообще отлично отыграть и без всяких проблем. Задний привод, я думаю, я с удовольствием обязательно покатаю карту.
пройду. Да и думаю, что не одну. Автомобиль, в принципе, вообще нормально едет. Сюда, я не знаю, вообще, наверное, давайте. Ну, давайте поедем уже, чё, поехали, поедем, значит, и сюда. Поехали, так поехали. Эй, досадили его, да? Смотрите, вас боком тащит. Пачкается вообще, видите, все замечательно. Смотрите, груженый КамАЗ, задний привод прет по Витиной грязи спокойно. На понижаечке тихо пищит, но лезет. Давай, дружок, не говори, что ты встал. Ну а что вы хотели, ребята, тут? Тут машины над с тремя мостами садятся. Вот смотрите, какая грязь. Колеса аж провалились туда вниз ушли. А тут груженный двухмостовый КамАЗ. Он, считайте, доехал до конца. Вот грязь-то конец уже. Все. Хотя, я думаю, если долго попыхтеть, он тут и вылезет потихонечку. Видите, он потихонечку-то двигается, грязь. Ну ладно, давайте не будем сильно затягивать обзор. Вот смотрите, сколько он пропилил. Это груженный на одном заднем мосту, считайте, этот привод задних. На заднем приводе он тут прошел. Не проехал буквально немножечко, но в принципе так ему и положено так ехать. Тут трехмостовые машины пустые не проходят, а тут груженный заднеприводной КамАЗ. Смотрите, как подвесочка переваривается. Вап. Вообще отлично. Просто супер. Адекватный вообще супер мод для игры. Поиграть. Просто 5 баллов. Еще раз повторюсь, это приватный, ребята, КамАЗик. Автор мода Сергей Пасечник. Ссылочка будет под видео на канале на Сергея. И в группе, естественно, тоже будет ссылочка на Сергея по поводу приобретения данного КамАЗа. Обращайтесь к Сереге. КамАЗ вообще просто на ура. Ну и давайте. Тут-то сейчас тоже, наверное, будет он спотыкаться. Передка гребущего-то нет у него. Становится. Это я уже извращаюсь, конечно, над ним. Понятно, что машина задний привод. Что от нее хотеть? Для этого в игре существует, ребята, лебедка. Не зря ее придумали. Я все равно сейчас я объеду эту яму, я пойду в другую всунусь.
Ух ты, тут вообще нырнул он как жестко. Какая-то глубокая ямище. Давай, уже почти вылежи, елки-палки, ну. И сейчас вылезет же наверняка. Ну. Давай, братан. Почти выехал, ё-моё. Вот так вот, ребята. Главное умение ездить на таких машинах. Не надо 25 пилорам. Надо по одну-две зато на таких машинах проехать. И все отлично. Причем мод просто обалденно сделан. Поэтому поковыряться кто любит. А то играют там на трех-четырехосных машинах. Вы на двухосной сыграйте. На заднем приводе прокатитесь. Это будет, конечно, да. Давай, родной. Я верю в тебя. Не получилось на повышайке-то. Да, видя тут ямы-то сделал. Явно не для такого КамАЗа. Ладно. Объедем, чё. Воткнулись мордой опять. Не без этого, как говорится. Не без этого. Все отлично, ребята, проехали. Адекватный КамАЗила. Естественно, наверх-то тут прыгать не будем на нем. Для полного. Давайте прыгнем уже, ладно. Ты смотри, а, залез. Обалдеть. А-а-а! Вот бы передок бы ему и нормально проехал бы. Ничего, лебедка есть. Поможет. Кувыркну я его, наверное. Нет. Так. Теперь тут какие-то кубики, да? Ну, то, что его мучить? Для полного привода, блин, полигон делался. По сути говоря. Вот вам и для полного. Нифига себе. Проехали вообще без проблем. Давайте еще работу подвесочки тут глянем. Все отлично, ребята, работает. Просто замечательно. Давайте уже и нырнем уже тогда. По шноркель получается у него, да? Вон шноркель стоит. Вот он вылез. По шноркель у него как раз и выходит. Сейчас
и в грязюку там засадили его. Ладно, лебедка. Игра задумана, симулятор с лебедкой. Все. Используем ее по полной. Автомат, полетели сейчас. Вау, нифига у него скорость. Ребята, все вообще просто адекватный автомобиль. Поиграть за счастье на любой карте, я думаю. Конечно, не там, где уж прям одна грязища по самые помидоры. Ну, вообще, зачетно. Так, самосвал. А, нам самосвал. Давайте снимем еще, поднимем кузов. Присутствует тут. Сейчас я тут примастырюсь. И давайте, тут есть, можно поднять кузовок у нас. Смотрите, поднимается кузов, открывается борт. Просто 5 баллов. Как бы его поставить уже? Скрин, что ли, сделать? Да, вот отсюда можно сделать скрин. Давайте выйдем еще на асфальт, наверное. Прям так с открытым, вот видали, может, и видеоролики. Об мосты прям эти кузова сшибают. Так вот забывают их закрыть. Просто обалденный КамАЗ, ребята. Давайте еще проверим его на скорость. Хотя я так думаю, что в принципе меня так уже устраивает, как бы, данный автомобиль. Идет адекватно. 41. Дефолт тише едет, ребята, чем этот КамАЗ. Поэтому все отличненько. Автомобиль управляется замечательно. Возит, таскает. Поэтому дальше я не вижу смысла тут, наверное, кочегарить на нем. Встанем тут, наверное, на мосту. Так, посмотрим. Ничего не упустил. А, ну цепляются опять же у него, ребята, дефолтные прицепы. То есть можно их использовать. Так. И давайте как-нибудь вот так вот сейчас заскриним. Еще раз, ребят, повторюсь, КамАЗ обалденный, КамАЗ 55-111, автор мода Сергей Пасечник. Данный мод приват,
ссылочка, но на автора, будет под видео на канале и также в разделе товаров в группе. Можете обращаться по поводу данного мода к Сергею Пасечнику и решать там с Серегой вопросы по поводу его приобретения. Одно могу сказать, что сама моделька, сам мод просто обалденный. Я даже вот сейчас на полигоне с удовольствием прокатился. Я думаю, еще и на карте на какой-нибудь проедемся. Отыграем карту на данном КамАЗе, только на самом КамАЗе, без всяких там кразов, полных приводов. Так что вот, друзья, вот такой у нас получился обзор на КамАЗик 55-111. Еще раз повторюсь, что автор мода Сергей Пасечник. По поводу приобретения ссылочка будет под видео на канале, в группе и в разделе товаров. Данная машинка, мод будет, можете проходить, перейти к продавцу и попадете прямо на Серегу. Ссылочка будет там. Вот. Машина изумительно, слов нет, просто с удовольствием, ребята, сделал обзор, прокатился. Звук свой, вот это шипение, воздух травит. Обалденно. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, ставьте лайки, будьте активней. В группе будет разыграна лицензия игры Spin Tires. Как только у меня на канале наберется 1000 человек, подписчиков, будет разыграна лицензия стимовская игры Spin Tires. Так что будьте активнее, друзья, в группе. Ставьте лайки на канале, естественно. Ссылочки все нужные, которые на пираточки, будут также в группе и под видео на канале. Так что, ребята, всем спасибо. Спасибо Сереге за данную модель. КамАЗик просто изумительный. Так что всем пока. С вами был Драйвер 51 Рус. Всем удачки.